Вопрос следующий. Как запоминать все песни, гитарные партии, которые нужно сыграть? Запомнить композицию иногда бывает трудно, особенно с непростой аранжировкой. Обычно я использую такой метод. Прослушать композицию достаточное количество раз, чтобы в памяти отложились те места песни, которые меняются естественным путем. Очень редко структура песни меняется в неестественных местах. Когда вы выучили свою партию в композиции, много раз прослушали саму песню, то вы начинаете предвидеть, что будет дальше по мелодии. Очень часто, когда я записываю свои обучающие видео, у меня перед глазами есть подсказки на экране, но когда играю вживую, я стараюсь предвидеть, что будет дальше по мелодии. Перед этим я ее много слушаю, отрабатываю свои партии на гитаре. Мелодия откладывается в моей памяти, и во время игры я начинаю вспоминать, предвидеть, что будет дальше.